Жить в палатках на берегу озера, вставать в 7 утра, соблюдать строгий распорядок дня, включающий в себя в том числе многочасовую физподготовку. Все эти испытания выпали на долю нескольких десятков ребят из МИАСа. Всем им от 10 до 20 лет, и все они решили это лето связать с военно-патриотическим лагерем «Сармат». Мы побывали в гостях у них и увидели быт будущих защитников Родины. Пулеметные выстрелы, дымовые шашки, окопы и засада. В пригороде МИАСа начались боевые действия. Для подростков здесь работает военно-патриотический лагерь «Сармат». Сюда попадают ребята разные, с разных семей, с разными интересами. Но основная часть ребят, которые занимаются, они именно хотят попасть, служить именно по военно-учетной специальности, либо разведчиком, либо десантником. Вот. Но есть те ребята, которые готовятся к поступлению в высшие военные училища. Сегодня на территории лагеря воспитываются 30 ребят. Режим, приближенный к армейскому, их не пугает, а наоборот, закаляет дух будущего солдата. Занятия включают в себя практическую и теоретическую часть. Это основа медицинских знаний, тактика, специальная подготовка, изучение топографии и выживание в незнакомой местности. Дети приезжают после различных лагерей, после отдыха. Они достаточно отдохнувшие. Приезжают, и сразу видно, они сталкиваются с первыми трудностями. Элементарно. Распорядок дня. Не каждый с этим сможет справиться. Привыкли гулять на улице, привыкли там. Сам Влад впервые попал в этот лагерь, когда мальчишке было 14 лет. С тех пор он не только возмужал физически, но и уже успел 17 раз спрыгнуть с парашютом. На вопрос, не страшно ли, отвечает, лучше не прыгать, понравится. Я являюсь здесь сержантом, помогаю командирам, инструкторам. Мы занимаемся с личным составом. Есть дети, которые на самом деле хотят, видно, стремятся. Жаль, конечно, что их не так много, но я знаю точно, что это опора, будущая опора, достойная смена наших, сейчас нынешних десантников. От строевой подготовки до прыжков с парашютом. Так многообразна и так интересна программа пребывания в лагере. Здесь все по-настоящему. Зарядка, тренировки, рукопашный бой, ориентирование на местности и даже настоящая война. Сюда могут. Наш лагерь могут напасть. Наша задача занять как можно быстрее круговую оборону и держать до самого конца оборону, не сдавать лагерь. Понятно? Да, точно! Сигнал отряду, бойцы атакуют противника. Задача не отдать территорию лагеря врагу. И хотя в руках не настоящие автоматы, а пейнтбольные маркера, эмоций от этого не меньше. В итоге территорию лагеря защитили, врагу не сдались. Ну, основная масса ребят, которым это интересно, это те ребята, у кого так или иначе семья связана с армией. Либо отец служил и рассказывал много об этом. Либо кто-то из родителей, из родни служит, занимает какую-то военную должность. Но есть и те ребята, которые решили стать военными, а мы стараемся им помочь, отмечает Олег Колдомасцев. Несмотря на то, что некоторым бойцам всего 10-11 лет, им нет поблажек. И если в первые дни физические упражнения и психологическая нагрузка дается ребятам довольно тяжело, со временем они привыкают к жизни в военно-полевых условиях. Есть здесь и девушки. Они ничуть не хуже парней справляются с заданиями старшего по званию, проявляя при этом выдержку и взаимопонимание. Давай. Ну, у меня есть планы на то, чтобы поступить в военное какое-то училище, продолжать в том же духе. Сегодня здесь подошла к концу очередная смена. Особо отличившихся воспитанников лагеря ждут грамоты и почетные награды. Имя десантника они точно не посрамят, в этом уверены их наставники. Сейчас в лагере идет подготовка ко дню ВДВ 2 августа. Все участники Зорницы выступят на городских мероприятиях, продемонстрируют навыки, полученные в лагере. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.